Я сагрил Тарга. Что-то он не хочет из своего облака уходить совсем. Смотрю, не просканировали Тарга, да? Нет. Что-то пошло не так, видимо. Я не получил. Прошел меня. Зацепились краями. Да. Все, ну, как да, это да. Предсказывал Оракул. Я буду вливать. Рой на Юру подошел. Или я убил что-то. Не спеши, ну, давай поплавим. Ну, может, вот это... ну давай, ладно, ладно, ладно. На Юру, да. Плавлю. Ну все, поехали. Принял. Так, щитов у него нет. Есть сердце. Красота, иду. Есть хит в сердце. Где грамма в сердце постоит? Чуть-чуть осталось по сердцу. Сейчас. Готово? Хорош. Ой. Остужаемся. Так, щиты у него восстановились. Ну, понятное дело. Пошла каустика. Те, кто не остудился, сами виноваты. Так, в Юру пошла каустика, и в Арта, и в Шуру. Mm-hmm. Один я, как этот, ощепенец. А мне на меня не хватило. Видимо, ты, видимо, остудился. Да. Гидра воспитывает. Я теперь вообще всегда на нуле летаю. Да, лучше прожать хитсинг, правильно, чем это самое, показаться на радаре. Ну вон нахер. А? Это опять про меня? Любит они меня, смотри. А вот теперь за мной пошла ракета. Так, щиты у него отключены. Можно мочить. Все готовы? Мочим. Так, в меня проходит урон, хитсинкаюсь. Рой, сердце. Хит в сердце. Еще хит. Готово. Хорош. Вот я понимаю. Война торговичей. Так, щиты у него установились. Run for your lives. Кошелек или смерть? Выворачивай карту. Ну, после такого, да, я на Медузу один готов ходить. После того, что мы испытали. Надо было сразу бы ходить на этих. На гидро, да? Да, хорошая идея, кстати. За кем второй летает? Надо сразу брать на гидро теперь. За мной, что ли? Да. Да, работаю. На катере, по-моему. Рой откололся, куда-то еще пошел. Иди сюда. Возвращаюсь. Лазером встал. Я плавлю. Но, сеньор торгует. Нас по-другому учили. Нас учили, что... Как это? Все друзья. Ну что, пора, не пора? Что, да, у него щитов нет. По-моему, теперь моя очередь, короче, воевать с Роем. А нет, на Арктике Рой. Я пошел на Тарга. А
Хорош. А, на мне все-таки дарт. Пойду. На мне. Да, почему по мне прилетело пиздюлина? Не могу дистанцию сократить. Ой, как хорошо. Сердечко. Пока догонял. Арт, занимайся роем. Да. Так, щиты восстановились у него опять. Ну это он зря, конечно. Юра, ты в курсе, да, что как только вылетает сердце... Да, да, надо надо желательно охлаждаться, типа, да. Ниже двадцаточка, а еще лучше до нуля. Особенно после третьего сердца, следующий сердца, как только убиваем, сразу 0 градусов надо ближайшие несколько секунд сделать с хитинком. У тебя же есть хитинки, да? У меня Симпом есть, но я всегда им пользуюсь. Вот под конец после сердец начинаю пользоваться. Помогите, так, щиты упали, можно начать. Случился прихват. Сейчас начинаю работать. Я уже залил прилично. Есть попадание. Подхожу. Есть еще одно. Есть. Хорош. Все, уходим. Вот сейчас надо охлаждаться. И после следующего сердца тоже. Стреляй, ничего страшного. Просто торпеды летают мимо. Так, щиты почти упали. Давай, Юра, по твоей команде. Все, щиты упали, можно мочить. Поехали. Есть сердце. Есть хит. Минус. Хорош. Охлаждаемся. Сейчас охлаждаемся. Важно. Охлаждаемся. Так, щиты у него опять восстановились. Так, Рой на меня пошел, похоже. Серый орбитирует, смотрю. Четыре лазера. As usual. Видишь, с таким количеством бимлазеров щиты быстрее падают. Краем зацепил меня Рой. По-моему, Рой на меня. Буду работать, да. Ну дальше-то. Я вливаю. А щиты упали, поехали. Это предпоследнее сердце, по-моему, будет, нет? Хорошо. Новый Рой. Это, судя по его внешнему виду, короче, это уже почти последнее. Божечки мои, то есть не было внутри лазера, да? Ну, видимо, все охладились и все хорошо было, да? Господа, миссия Медуза. У нас уже, по-моему, 3 готовы. Хорошо. Так что нам не обязательно, кстати, лететь туда. Нам просто нужен любой старпорт с этими, с Федерацией пилотов.